Реформа территориальной административы. Отсюда должны начинаться вот все реформы. По-моему, я не знаю, я смотрю как примар сейчас, понимаете. Страна, здесь мы говорим коррупции, там ВВП, там 2%, 7%. А на самом деле люди живут не только вот этими ВВП и так далее. Здесь, которые наверху, которые понимают, что люди в селах, они вообще этим не интересуются. Он хочет самого простого. Дорогу, хотя бы, если не асфальт, хотя бы белый вариант. Воду, канализацию и свет. Вот эти четыре элемента в селах они хотят. А что мы им даем? Разговариваем все, и здесь эти всякие ваши кишиневские, которые в парламенте. А разговаривают, я не знаю, каких там космических кораблях и так далее.